Этот флокс называется «Старые друзья». Выведен мною в 2015 году. Размер крупный, 4,5-4,7 см, высота 50 см. Срок цветения ранний-ранний-средний. Он розовый, теплого тона, с насыщенным малиновым колечком в центре. Цветки крупные, колесовидные, лепестки перекрываются, стебли хорошие и прочные. Коренастый, яркий, теплый, хорошо смотрится на переднем плане посадок. Когда он еще был в статусе сеянца, я никак не могла понять, надо все-таки его выбирать или не надо. Вроде он такой обычной окраски, как много таких флоксов, но вместе с тем он ранний, он действительно раскрывается один из первых, и он низкий. Я вот как бы веду линию низких флоксов, мне кажется, их не так много. Поэтому этот флокс может заинтересовать людей, которым интересны тоже низкие флоксы для переднего плана, для раннего срока цветения. Старые друзья, именно потому что название такое выбрала я, из-за того, что он такой, ну, тривиальной окраски. Такой старый вроде, друг такой вроде бы уже, 100 лет мы с ним вместе.